Добрый день! Добрый день! Это кто такой? Какая прелесть! Каролина сегодня опять идет на день рождения. Мире. И на следующей неделе опять идет на день рождения. Да сколько ж можно? Не знаешь? Две игрушки? Да. Ей нравится? Да. Не забудь своего бэби-йоду, пожалуйста. Ну-ка покажи быстро, что тебе папа купил опять. Каждый раз папа что-то ей покупает. У нас мало игрушек, конечно, да. У нас просто мало игрушек. У нас пылесборник уже целый на кровати. За сколько лет? За 8 лет, что мы здесь живем? Он еще не выучил русский язык. Стыдно. По-русски. Стыдно. Я же выучила испанский. Выучила. Почему ты не выучила русский? Я выучила испанский. Ты русский. Правда? Вот скажите, ребята, несправедливо же, я же выучила его язык, а он мой язык не хочет учить. Я выучила испанский, ты русский, учи. За 8 лет можно было выучить хотя бы, не знаю, чуть-чуть говорить, чуть-чуть совсем. Я нормально. Нормально, я нормально. Скажи, я не знаю. Хорошо. Хорошо. Что? Штуль. Ну как так? Все, только на русском буду говорить. Все, каждый день будем говорить только на русском. Вот как хочешь, так и понимай. Понимаешь, не понимаешь? А я понимаю. Нет, ты не понимаешь. Я понимаю. Нет, ты не понимаешь. Кто-то понимает. Бонни больше понимает. Вот Бонни понимаешь. Папа не понимаешь. Так, у нас тут рабочее место. Мы тут завтракали. Загружала я влог. Каролина, это чей хомяк? У нас тут немножечко произошла такая вот ситуация. Это Бонни сделала. Бонни отгрызла хомяку нос. Это чей хомяк? Это мой. Твой хомяк? Да. Ну я зашью, тут где-то был носик. Где носик? Макси, где носик? А, вот он. Вот он носик, я его зашью. Ладно? Хорошо? Тут просто Бонни нашла хомяка, и она отгрызла ему. Нос. Кто тебя потом домой привезет? На день рождения ты поехала. А? Кто тебя привезет? Папа на работу едет. Уже? Жарю индюшку. А я жду Маргариту. А она, оказывается, подружке пошла кушать своей. Обедать. Не хочу спать. Спать? Ну, ложись ты. Значит, не пойдешь один. Да, значит, не пойдешь. Сегодня хочу сделать перестановочку, наверное, небольшую. Хочу почистить вот этот диван, потому что там очень много пауков. И мне страшно на нем сидеть. Паучки заводятся. Чтобы все паучки убежали. Ты переодевайся, Сара, жарко, иди футболочку надень. Там есть футболка? А ну вот, нет, это пижама. Иди переодень футболку. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know. Все, я вот так вот их расставила, перевернула, столько паутины там нашла. Смотрите, вот здесь вот прям целый домик. Это я сейчас все буду брызгать водой, мыть. И все, паучков не будет. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Вот эти вот чехлы, они вообще снимаются, но ну, их можно стирать. Но потом так сложно их надевать. Очень сложно. Я один раз их стирала. Особенно вот эти вот квадратные. Очень сложно. Так, нужно теперь здесь поднести. И я не знаю, может быть, диван в другое место поставить, на ту сторону, чтобы паучков особо не было. В принципе, пауки, они везде появятся. Пауки везде найдут себе, где домик сделать. Все, давай, пусть как раз солнышко вышло, пусть сохнет. Хорошо.
falling down. I will keep on searching for my highs. Я опять повесила этот тен. Вот, и на эту сторону я хочу поставить диванчик. Уже на эту сторону. Вот. Он уже подсох. Уже все сухое. Ну что, попробуем что-нибудь новенькое. Все, вот так вот теперь у нас будет стоять диванчик, столик. С этой стороны надо что-то делать, чтобы прилично выглядело. Так, ну лежаки туда пока можно поставить. Обувь убрать, велосипеды куда-то надо затолкать. И вот это вот все барахло. Диванчик у нас, он только с этой стороны стоял, всегда с этой стороны еще не стоял. И нужно еще посмотреть, чтобы дождь, если будет дождь, чтобы не попадало. Он попадает. Нужно будет задвигать, значит, немножко туда. Пальмочки тоже сюда поставила. Я вот думаю отсадить вот эти две маленькие, пересадить отдельно. Тут вот раз маленькая и два маленькая. Нравится? Или нет? Ну что, на террасе я убрала. Сегодня у меня такой день какой-то рабочий. Прям не сидится мне сегодня. Сейчас мне нужно вытащить белье с машинки, помоется посуда, вытащить посуду. Обычные будни мои. Чересчур активная я сегодня. Прям хочется что-то делать, что-то переставлять, что-то менять. Маргарита мне уже позвонила. Где мой телефон? Не знаю, где мой телефон. Маргарита мне уже позвонила. Сейчас она идет домой. Она, оказывается, у подружки купается. Деловая. Отдыхает она уже. Вот. И она хотела снимать видео, будет собираться. В лагерь будет собирать сумки. Ну, тогда сегодня Маргарита снимет, а завтра Ксюша. Потому что снимать влог, плюс еще снимать на два других канала не получится так. Нужно еще... Погода опять портится, тучки летят. Нужно думать еще... Нужно подумать, что приготовить на ужин. Когда кушать не хочется и готовить не хочется, надо готовить на голодный желудок всегда. У меня... Когда я сытая, мне готовить абсолютно не хочется. Я не знаю, что готовить. Кстати, вот эти тыквы, помните? Вот этим тыквам скоро будет год. Мы их покупали прошлой осенью. Они еще вот... Мама! Не гнилые. Мама, ты кто пришел? Не знаю, как их приготовить. Ой, Бонечка пришла. Где-то у меня телефон звонил. Где я телефон оставила? Дождик пойдет сейчас, гром громыхает. Меня Ксюшка учит уроки. Вам фиртинген фиш аус дер хюле. Der Scheibendach. Im knapp 8000 Meter tief ist Leben unmöglich. Бонни, Бонни, мячик дай. Бонни. Бонни, дай мячик. Громыхает там. Она, по-моему, Маргариту увидела. Или нет? Побежала туда. Я же сказала, Маргарита пришла. Бонни ее увидела. Маргоша пришла. Пришла, красавица. Здрасте, мадам. Где вы ходите? Это что такое? Мешок. Спальный мешок? Вау. Такой маленький, я думала, большой. Ты купалась там, что ли? А в каком купальнике ты купаешься? Она мне отдала свой купальник. Mm. Как тебе нравится наша перестановочка? Прикольно? Удобно или нет? Да, точно? Смотрите, какая. Да, вон какие тучи летят. Красивые! Бонюсин, Бонни. У меня здесь спагетти. Пока еще не знаю,
что я сделаю к спагетти, но вот, ну, пока там варится, у меня нужно вытащить белье. Оно у меня еще с ночи лежит. Я на ночь включила сушиться, и все. И вот утром забыла вытащить, так что сейчас будет все мятое. Ну, я же сказала. Все помятое. Если бы сразу вытащила, то было бы не так. Придется гладить. Нашла паспорт Бонни. Давайте посмотрим, какого же у нее день рождения. Может, ты вспомнишь, хозяйка? А? Ты хозяйка или кто? Не помню день рождения своей собаки. Так вот выглядит паспорт. Швейцарский, да? Чтобы вы понимали. Хорошо, фотку не делала. У нашей собаки, да, швейцарское гражданство. Вот так вот. Так, ну что, поехали. Почему? Ее имя? 22-го июня. О, у нее в июне день рождения, ребят. У Абы 21-го. Я почему-то думала, что у нее в июле. А значит, мы ее взяли в 4 месяца. Сегодня какое число? 9-е. 22-го числа. Вот так. Бонни. Нужно еще проверить, нужна ли ей прививка, так как мы ее будем вывозить из страны. Нужно тоже ее на прививочку сводить. Ребенок вернулся со дня рождения. Вы там... Вы там танцевали, что ли, так, что ты стерла до дыр свои носки? Это как так? Каролин, ты что там делала, скажи? Я такой первый раз вижу. По асфальту каталась, что ли? Мы пошли с Маргаритой в подвал. Нам нужно найти еще один рюкзак, а то у нее ничего не помещается. Только нужно... А я могла бы одеть. Знаешь еще что? Нет. Да! Можно такую одну сумку? Найм. Ну, вот видишь. В общем, не нашли мы никакого рюкзака, но зато нашли купальник. Пошли. А, зато она нашла эти очки. Можно брать? Да. Плавательные. Мама, у нас будет 50 детей, они хотят бассейн очень маленький. Будут по 10 штук. По 10 человек. И он учитель сказал, наверное, что могут сначала все девочки отдельно, да, сюда, а потом они побегают с мальчиками. Сначала девочки, потом мальчики. Или сначала мальчики, потом девочки. Понятно. Мама, время сколько, Марго? 9. 9? Все, спать. Быстро. Скоро полдесятого. Когда я на часы смотрела, там было 8. Бегу. Каролина, уроки нужно делать за столом, моя родная. Давай, садись за стол. Садись спокойно и решай. Ты в школе тоже сидишь на диване там или на полу? Ты же за партой сидишь, давай. Садись, делай уроки, быстрее спать. Ой-ой-ой, живот болит. Вот, мам, живот болит. Ну что, у ребенка не может живот болеть? Ты тоже вон сколько не ходила, она ходила. У тебя тоже, помнишь, голова заболела? Ты говоришь, мама, у меня голова болит, да, я в школу не пойду, помнишь? Ну вот, а у нее живот болит. И не 100% завтра тест, мам. Нет, у меня в пятницу тест. Она не может тест пропускать. Все, выключаю. Я не хочу, я ненавижу пропускать. А смысл тест пропускать, если ты все равно будешь его решать потом? Где смысл? Смысл, где смысл, Ксения? Давай, все. Че я? Все, спокойной ночи. Мама, нет. У тебя болела голова, у нее живот болит, все. Все улеглись. Все, ребята, всем спокойной ночи. Честно! Что нечестно? У человека болит живот. Я и тресну. У тебя болела голова? Я и так себе потом как какашка вылетит до сих. У тебя болела голова, я тебя ставила дома. Так и потом на фрайда тоже не пойдет в школу. Нет, она в пятницу пойдет, потому что у нее тест. Вот так. Все, ребят, всем пока, до завтра. Спокойной ночи.